Вот, смотри, я нашла. Вот. Не видишь? Я уже вижу, мне плохо уже. Я вижу. Молодец. Так, сейчас мы попробуем повернуть прямо аж некуда, чтобы... Хоть масикам показать, как мы грибы собирали. Да. Они тоже захотят. В следующем году их тоже возьмем. Да. Но правда плохо, что это выходной. Есть. Нет, если бы в будни. Все, сюда не ходить, я там все профигачу. Хорошо. Пошел за Верик. Ты пакет с грибами возьми. Да, да, да. Вон он. Ура! Мы это сделали. Мы это сделали. Не зря мы выбрались. А не сказать, что стало тепло. Так, ну, хорошо, ничего, что мы тихо, оделись. Нету, хорошо. Ну тихо, да. Не было жарко. Приятно. Когда сразу, а сейчас, когда, а когда много двигаешься, прыгаешь, оно да, как-то. Мне стало жарко. Думаю. А когда вот я вот сижу, мне прохладненько, да, даже. Да, если так вот сидишь все время, то. А мы все время почти сидим. Грибы. То Саша, грибы рвем. То я немножко где-то. Да, уже даже мы находим. То все Сашуля находила, теперь мы находим. Нет, Саша, он ведет прям, я говорю, ты как будто, они тебя прям ведут. Да, они тебя, они магнит, его притягивают, да. Туда, куда надо. Туда, куда надо, точно. Не точно. Красиво. Где он, пойдем, где он с великом? Ну, где-то у дороги, а дорога вот, мамусь. Пойдем, где-то здесь, вот дорога. Выходи на дорогу, у него велик должен быть где-то у дороги. А, вон он. С флагом. Я говорю, на эту палку надо... Идёшь то внизу, то вверху, цепляешься. Тебя уже заносят на поворотах. Красота. А как красиво стало, солнышко уже появилось. Как красиво. Да, солнце встает. Красиво становится в лесу вообще. Красота. Ну, конечно, падают деревья. Красиво. Ой, как красиво становится солнышко. Встает. У нас уже урожай 2 пакета. Да, у нас уже 2 пакета урожай. 2 пакета. Раз пакет. Вот. Ну что? 2 пакета. Давай еще вот здесь покромсаем, и что, хватит на что? Да. Ну уже что, солнце. Пойдем, солнце встает, нам хватит. Не, ну мы уже так, да, конечно, много. Можно есть бутерброды. Поработали.